Всем привет! Сегодня будем метать, ну нет, необычную карту. Это игральная карта. А мы будем сегодня метать пластиковую карту. С этой проблем-то нету. Она разрушительной штукой не обладает. У нас сегодня в программе будут пластиковые карты, которые есть в каждом кошельке. Игральная карта, ну это баловство, я считаю, в метании. Толку никакого. Ну красиво летает, ну и чё. Гораздо интереснее то, что есть в каждом кармане. Кредитные карты, банковские карты, на скидку. У них гораздо пробивная способность больше. Вот, смотрите. Тут уже поражение гораздо серьезнее. При правильном подходе в метании гораздо интереснее они летают. Так что сегодня у нас мини-ролик посвящается метанию пластиковых карт, незаточенных. Так, ну что ж, сейчас камеру поставим, еще что-нибудь метанем и поговорим. Тут уже поражение гораздо серьезнее. Ну что ж, та же карта, расстояние 6 метров. Погнали. Пожалуйста. Видите как? С дальнего расстояния тоже штука опасная. Игральная карта. Стопудово так не сделаешь. Блин. Видите сами, не из железа она. Вещь хрупкая, недолговечная. Но смотрите как, с 6 метров, повторюсь, дерево сухое и жесткое. Так, ну а чтоб еще убойную силу этой карты посмотреть, правда не это уже, она уже все, она уже развалилась. Мы сейчас в доску пометаем другую карту. Мягко, понятно, пластиковая карта всегда втыкается. Попробуем теперь в доску загнать пластиковую карту. Эх, блин, кусочек остался, развалился. Но задача свою выполнила. С той камеры, наверное, видно будет. Ладно, попробуем такую теперь раненую загнать. Пожалуйста. Видите как? Пластиковая карта — классная штука. Развалилась, но задачу свою выполнила. Так что в доску, повторюсь, в доску сухую реально можно воткнуть. Видите, пластиковая карта обычная, без клеек, без всего. Эх, блин, кусочек остался, развалился. Но задачу свою выполнила. Думаю, теперь надо вот такой еще засадить. Без одного угла. Пожалуйста, и это можно. Видите как? Так что, что у вас в кармане лежит, пластиковая карта? Опасная штука. Дерево. Так, ну что ж, резюмируем. Данные заклеены, никого не хочу рекламировать. Деньги пришлют, прирекламирую, проблем в этом нету. Так, ну что ж, кто не подписан, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, ставьте лайк, пишите комментарий. Понравилось это метание такое? Я гораздо длиннее ролик сниму, может даже с обучалкой, как правильно метать пластиковую карту. Всем пока. А, всем пока. С той камеры еще посмотрим под концовку, и всем пока. Что у вас в кармане лежит, пластиковая карта? Опасная штука.